Друзья, мы приветствуем, Алексей Азаров. Мы с вами находимся в городе Сан-Ремо. И сегодня с вами посмотрим апартаменты на первой береговой линии, 110 метров квадратных, с видом на море. Мы с вами находимся на первой береговой линии города Сан-Ремо. Продаются апартаменты 110 метров квадратных. Здесь также мы продаем квартиры на этой вилле. Вид на море. Работает садовник. Очень такой зеленый, красивый, приятный вид с видом на море. Небольшой балкон. Здесь три спальные комнаты. Работает консьерж полдня. Интернет-оптиковолокно, вся центральная канализация, естественно, свет, газ, вода. Лифт. Небольшая кухня. Посудомоечная машина. То 10 метров квадратных общая площадь. Первая ванная комната с душевой кабиной. Здесь уже сделали бачок-потек. И просторная спальная комната с выходом на балкон. Все любят потолки высотой 3 метра. Здесь как раз высота потолка 3 метра. Далее здесь постирочная, газовый котел двухконтурный. Вторая спальная комната. С гардеробной комнатой. Очень такая удобная. И цена очень приятная. Посмотрите, перейдете по ссылочке, как всегда, на наш сайт. Мы делаем субтитры на 23 языка. Это для удобства, так как я разговариваю на русском языке. Португальцы, китайцы, корейцы, датчане, в основном все, всех захватили. Могут посмотреть данный ролик на своем языке, почитать, что я объясняю. Это очень удобно. Итого получается две спальные комнаты, ванная комната, техническая комната, постирочная. Здесь просторный зал. И еще одна спальная комната и ванная комната.
вот таким вот видом я сейчас спущусь, покажу вам, где находится данный кондоминиум. Вот так выглядит сам кондоминиум. До моря, до центра города рукой подать. Сейчас идем к набережной Императрицы. Все, лето, привет. И все, и вы буквально через 30 метров находитесь на набережной. До нашего офиса эти 3 минуты для подписания документов. До центра также, все очень близко. Вся подробная информация будет на нашем сайте azarov.ru. Переходите по ссылке, которая будет внутри в описании данного объекта внизу. Всего хорошего, спасибо за лайки. Чао.